Ну что, время вышло. Погнали на поиски. Поехали! Hey, what's up, ребят? И сегодня мы с пацанами собрались на этой огромной локации, чтобы сыграть не в прятки, а в настоящие догонялки. Ловить я вас буду, конечно же, потому что я ведущий, а тот, кого я не поймаю за 2 часа, получит приз в 10 тысяч долларов. 10 тысяч баксов! Нифига себе! Я себе за эти бабки смогу тачку купить! Не думай, что ты выиграешь, Саш. Тихо, расслабьтесь, потому что вы не будете вдвоем участвовать, так как сегодня я позвал наших подписчиков. Пацаны, залетайте! Но не думайте, что все так будет просто, потому что каждые 20 минут зона будет сужаться. В общем, я даю вам 10 секунд, чтобы разбежаться. 3, 2, 1, начинаем! Ну что ж, игра началась. Я по-любому должен одержать победу. Сейчас надо главное найти очень хорошее место, чтобы Леша меня точно не нашел. Надеюсь, что эти 10 тысяч баксов заберу я. Так, я бегу на самый край территории, чтобы меня никто не увидел. А когда зона будет сужаться, чтобы меня Леха не нашел, я буду по самому краю зоны ходить. Ребята, я забежал сейчас в какой-то шинный лабиринт. Сюда сяду, я думаю, если Леша сюда придет, он сам заблудится и точно меня найдет. Посмотрите, что здесь. Так, время вышло, больше вроде бы никого не вижу. Надеюсь, мне образ Биби поможет их всех поймать. Вы, кстати, могли задаться вопросом, почему я так одет. Черные волосы, розовая майка. Так вот, помните в ролике с изменением внешности? Вот он. Так, ребята, как вы могли заметить, я практически полностью завершил свой образ из Brawl Stars. Мы устроили голосование, чей образ вам понравился меньше всего. И вы выбрали персонажа из Brawl Stars, а им был я. И поэтому сегодня я снимаюсь в таком вот образе. Кстати, вы можете написать в комментариях, еще в каких нам образах посниматься, там, супергероев или персонажей из мультиков, и мы обязательно это сделаем. Ну, напишите, например, там, Димас, снимись в роли, там, Бэтмена. Будет смешно, наверное. Смотрите, что я нашел. Может залезть туда и смотреть сверху на всех? Но я не умею лазить, поэтому пойду дальше. Так, я вроде нашел очень хорошее место, чтобы спрятаться. Можно за ним смотреть. А нет, это, наверное, не очень хорошее место. Надо куда-нибудь бежать дальше. Если вы подумали, что я просто так отдам столько денег, то вы ошибаетесь. Потому что сегодня я очень хорошо подготовился. У меня даже есть свой дрон, благодаря которому я найду всех буквально за 30 минут. Ну что, время вышло. Погнали на поиски. Так, я решил далеко не убегать и остаться на старте. И как видите, мне повезло, потому что я видел, куда побежал Леха. И побегу совершенно в другую сторону. И, ребята, 10 тысяч баксов будут мои, я вас уверяю. В общем, мне надо найти какое-нибудь место, чтобы спрятаться, потому что бегать мне впадлу. Я сейчас хочу найти какую-нибудь комнату, спрятаться там и посидеть. Кстати, ребята, если вы покажете то, что вам нравится это видео и влепите 400 тысяч лайков, то мы обязательно снимем вторую часть, в которой сможете поучаствовать и вы. Так что пишите ваши ники с инстаграмом или ВК в комментариях, и мы вас отберем. Кого-нибудь из вас, может быть, даже в вашем городе, если вас будет больше всего. Ну, например, там из Киева напишет 10 тысяч человек, и мы поедем в Киев снимать, потому что оттуда больше желающих. Вы знаете, что делать. Блин, самое главное следить за зоной, как в каком-нибудь PUBG или Fortnite. Так, блин, хорошо, они, конечно, разбежались. Пока что вообще никого не вижу. Мне показалось, стоп. Ребята, там один из них. Знаете, что самое главное? Во всех фильмах охотник всегда пугает свою жертву, когда кричит. И она убегает. А мы сейчас тихоря за ним проследим и поймаем его. Блин, он нас запалил! Все, погнали, погнали! А ну, стой! Воу-воу-воу-воу! Аккуратно! Блин, я его потерял, куда он пропал? Так, давай посмотрим внизу, может он тут где-то спрятался? Не, вроде бы его нет. Фух, ну я знал, что это будет сложно. Потому что приз внушительный. Ладно, погнали дальше. Кстати, в правилах ничего не было сказано про одежду, поэтому я сделал костюм, как у Димы из прошлых роликов. Поэтому я сейчас хочу в него переодеться и спрятаться, потому что бегать, я говорю, не мое бегать. Я слишком сильно перестарался, чтобы найти хорошее место, и похоже, я заблудился в лесу. Сейчас мне нужно найти выход. Фух, я уже задолбался бежать. Там кто-то бежит. Как вы думаете, кто сегодня выиграет 10 тысяч? Напишите об этом в комментариях. Мне кажется, тот чел в белой. Тихо, Артем, смотри. Снял. Угу. В прошлый раз он от нас отскользнул. Сейчас у него это не получится. Короче, окружаю его оттуда, а я побегу отсюда. Давай. Опа, стоямба. А ты хорошо бегаешь, ты занимался где-то? Нет.
Я даже упал, пока за тобой бежал, смотри. Блин, я расстраиваюсь, но я тебя поймал первым. Конечно, это очень жалко. Я искренне думал, что я выиграю. Ну ты быстро оказался, реально, я просто себя только одного и видел. Ладно, все, не буду тратить время. Пойдем, тебя отведу в одно место хорошее. Все, ребят, я переоделся, теперь я могу лечь в какую-нибудь даже травку и спрятаться, и быть какой-нибудь лягушечкой. Потому что зелененький, как будто в Among Us играть собрался. Побежали сюда. Так, я решил спрятаться на крыше, чтобы видеть все, что происходит. Но на самом деле это немножко рискованная идея, потому что меня там тоже будет видно. И смогут спалить, посмотрите, ребят. Так, все, ладно, погнали туда. Ты меня испугал. Че, как дела? Нормально. Блин, я очень хочу выиграть, но я ищу место, где мне спрятаться. Так в смысле, а зачем тебе прятаться, если зона сузится? Что ты будешь делать тогда? Ладно, короче, у меня есть идея, погнали с тобой вдвоем на крышу. Погнали. Все, тогда погнали на крышу. И если Леха нас заметит, то не повезет только одному, но шансы выиграть намного больше, шаришь? Ну да, в принципе, понимаю. Так, ладно, ты первый иди пока что, братан. Иди первый, потому что... Так, надо быть очень начеку. Так, до конца догонялока, это теперь твой новый хаус-домик. Может тут с улиткой поиграть, вот здесь есть. Да. Это твой питомец домашний. Но скоро я тебе приведу других друзей, так что не скучай. Погнали. Погнали, заходим. Так, посмотрите, какая здесь крыша прикольная. Но на самом деле она не такая уж и паленая, потому что здесь есть стена и все норм. Ух, братан, еще один. А ты что на крышу залез? Ну, просто прячусь здесь. Я понял, а где камера? Включай, снимай. Короче, пацаны, нас трое уже. Капец, я троих уже собрал, это топчик. У нас больше шанс на победу, потому что Леша побежит только за одним из нас. Ну что ж, я один против всех. И надо здесь быть намного хитрее. Поэтому самое время сузить зону. Так, где она тут? Я потерял эту приложеньку. Если вы еще не поняли, о каком я приложении, так вот, у каждого участника на смартфоне есть это приложение. И каждые 20 минут у них приходит уведомление. Я нашел себе такое вот зелененькое место. Я сейчас здесь лягу, как реально жабка. И меня Леша вот в этой вот траве вообще не заметит. Типа... Блин! Что это? Ребята, зона сужается, мне надо пересаживаться. Блин, только такое офигенное место нашел. Блин, ладно. Не хочу я бегать, ребят. Короче, ладно, пацаны, мы с вами втроем тогда... План не будем, наверное, разрабатывать, потому что это бред, да? Ну, каждый да. Сам за себя, просто мы держимся вместе и все. Кстати, пацаны, зона уже сузилась. Блин, что, серьезно? Да. И мы в нее попали, офигенно. Фу, наша крыша богу. Попала в зону, нам повезло. Фу, слава богу. Так, а кто это там у нас вышел? Маскировочки. Дай пока. Вы это понимаете вообще? А, Леша, за мной! Быстрее, быстрее, машина, машина, машина! Капец, он быстрый, вообще пофиг! Поехали! Даник сел в тачку, он за руль сел! Он газует, смотрите! Блин, пацаны, спрячемся! Мне аж пыль в глаза прилетела. Откуда он так умеет? Я не знал, что Даник умеет водить машины. Пацаны, Леха здесь прячется. Что делать? Ладно, ребят, я решусь, короче, я просто спрыгну, и все. Больше делать нечего. Мне кажется, ли там кто-то есть? На крыше. Так, с этой битой вообще неудобно бегать и лазить, поэтому я пока что ее оставлю здесь. Чувствую, сейчас кого-нибудь с вами поймаем. Хорошо, что здесь есть только один выход. Все, нам всем конец, Леха уже здесь. Не шумите, пацаны, не шумите. Может быть, он не заметил нас? Никого нет там. Значит, они все там. А ну-ка! Так, все, тебя поймали, оставайся здесь. Опа, а ты что? Блин, капец, вот. Так, еще один, погнали, Артем. Погнали, Артем, быстрее. А я сбита. Не, братан, я не смогу с тобой бегать. Ты что творишь? Кажется, братан! Привет. Ну ты, конечно, кидал вас, Стас. На самом деле неплохо, я сижу, кайфую, отдыхаю. Смотрю, на как остальные прыгают, бегают от Лехи.
О, привет! Здорово, здорово, подписчик пришел. Здорово. Даня, можно к тебе? Не, бро, не-не-не, нельзя. Почему? Здесь места на двоих хватит. Ну блин, братан, каждый сам за себя, иди в другое место спрячься. Блин, я не хочу делить свое место, я хочу выиграть $10,000. Зачем мне какие-то конкуренты? Я не хочу конкурентов. Фу, ребят, я еле-еле убежал от Лехи и не смог спасти подписчика. Ну, не получилось помочь, я пытался, прости, братан, но я старался как мог. Ладно, надо просто не рисковать больше так и больше прятаться, и лучше. Потому что бегать я не смогу, у меня уже легкие просто в шоке от этой погони. Кстати, пацаны, как думаете, я вас первых поймал? Нет. Нет. Блин, мангуйте, я тебя вроде второго, а тебя третьего поймал. Блин, я почти Даника поймал, прикиньте, а он на тачке уехал. Блин, тихо. Смотрите, там Леха двоих ведет подписчиков. Капец, как он не устает, я в шоке. Блин, надо 100% менять позицию отсюда. Так, в твоем доме пополнение, пацаны, заходим. О, ничего себе, так быстро. Можете тусовку себе тут устроить, много места. Так, все, сидите здесь. Улитки. Я же говорил, понравится им. Блин, опять зона сужается, да что делать? Надо немного передохнуть. Осталось 4 человека и 30 минут. Как раз зона сузилась до нужного мне участка. Еще раз повторю, выиграть 10к будет не так уж и легко. Поэтому, если вы думаете, что у вас осталось полчаса, то не надейтесь, вам хана. В общем, ребят, уже зона опять сузилась. И я пришел на ту точку, где нужно. О! Здорово. Блин, меня что-то сегодня тянет на встречи, смотрите. Пацаны, как да. У вас дела? Да нормально вроде. Короче, ладно, пацаны, что, предлагаю вместе тогда? И выживем. Не, пацаны, я один. Что-то он какой-то одиночка. Ладно, погнали тогда с тобой. Как ты думаешь, что здесь будет? Потому что здесь очень странная местность и все очень подозрительно выглядит. Я думаю, может он спрячется где-нибудь и подловит нас. Ладно, погнали туда, к мосту ближе. Как я заметил, многие из пацанов вообще недооценили мою подготовку. Но эта игра на огромную сумму денег, поэтому я нанял спецотряд охотников, которые расставили по этому всему участку кучу ловушек. Они максимально безопасны и не принесут никакого вреда, так как самое главное это просто задержать парней. И по-моему это точно сработает. Эти охотники выглядели максимально внушающими и кое-что предложили. В общем, они современные дядьки и предложили снять вместе с ними экстремальные прятки в лесу от охотников, где они будут со своими ловушками, с ружьями за нами охотиться. Поэтому, если вам нравится эта идея, то покажите вашей активностью, вашими лайками и комментариями. Так, что это был за шум? Ладно, в общем, напишите в комментариях, вы за или против, а я погнал их искать. Вау, походу я нашел то место, где меня вообще никто не найдет. Смотрите, сколько тут контейнеров. Пока есть минутка, самое время подписаться вам на мой канал, потому что там есть очень много крутых, офигенных роликов. Ладно, пойдемте спрятаться быстрее. А! Больно. А! Как отцепиться? Она не отцепляется, ребята. Я вам клянусь. Я не могу высунуть ногу. Что мне делать теперь? Капец. Это, походу, Лешина ловушка, реально. Блин, даже мои зубы не помогают острые. Это раскусить, это капец. Ребята, может спрятаться в какие-то коробки здесь. Кажется, что середина зоны будет прямо здесь. О, что ты? О, блин. Братан, помоги, сними меня, плиз. Что происходит? Извини. Чувак, извини, скажи сам за себя. Капец, ну ты крысюк. Ребят, что произошло? Как я попался сюда? Тихо, кто убежит? Привет. Здорово. Помоги выбраться, пожалуйста, быстрее. Все, прости, там Леша бежит. Кто там? Мы там... Тут кто-то есть! Давай сюда. Я травка. Блин, кажется, здесь никого нет. Пойдем дальше. Капец. Где же он находится? Я просто слышал реальный звук. Ты же слышал тоже, да? Я, да. Блин, где он? Да он мог спрятаться. Вообще не понимаю. Действительно. Где же они он? Они меня спалили и сейчас срофлят. Спасибо, пацаны. Привет. Как дела? Попался? Но это не я установил ловушку, это охотник. Капец, пацаны, он меня завязал. Точнее, не завязал, я попал в его ловушку. И он меня словил. Это не моя ловушка, все предаюсь к охотникам. Все. Так, надо развязать тебя. У тебя есть нож? Да, давай. Давай. Саня, ты свободен, погнали в клетку. Блин, еще и дождь начинается. Пойдем. Блин, Даника поймали. Я надеюсь, я успею, меня не поймают. Давай, вставай, братан. А, ты только... А, с моей ноги ты не связал. А, нет. Да нормально, я тут отрезал, все нормально. Вот. Так, стой-ка здесь. Постой тут. Давай, Артём, вон он.
Нечего. Опа, привет. А ты можешь убежать, Артём тебя не ловит. Пройдемте за мной. Даня, как можно было так легко попасть? Да я не заметил эту ловушку. Серьезно? Да. А ты куда идешь? Иди сюда. Ты думал убежать? Сейчас мы еще как бы тебя в клеточку сейчас посадим. Какую клеточку? Ты, кстати, до последнего держался. Осталось поймать только Стаса. Еще одного пацана. Еще. Все? Блин, а мы были так близко с тобой. А где ты, кстати, салат твой выкинул накидку? Да там оставил, блин. Ладно, окей. В них. Давай, это твоя тюрьма. Засовывай голову. Серьезно? Да. Потому что ты без прав ездил. Тебе нужно наказание. Тебе будут комары кусать, пока будешь здесь торчать. Так, Даня, все, будешь здесь находиться, пока я всех не поймаю. Офигеть, спасибо, папаша. Эй, вернись. Эй, ты что, реально? Эй, нет, не надо. Это за то, что от меня вышел. Извини, все, я погнал. Смотри, кажется, еще одна крыска попалась. Смотри. Что, попал мышелок? Сними, пожалуйста, братан. Бесплатная пиньята. Так, блин, как бы тебя освободить здесь? Я не знаю, не я просто ее вешал. Давай, знаешь, как сделаем? Ребят, на мой новый влог ставьте лайк. Так. Опа, я тебя держу. Оп. Ну все, ты попался. Поздравляю. Ты почти был последний. Чё, как это вообще? Что за херня? Даник также попался на ловушку. Не, я просто попросил на этой территории расставить кучу ловушек, и все. Ты в одну из них попался. Все, погнали в клетку. Так, осталось 10 минут и последний человек. А это означает только одно. Артём, запускай дрон. Опа. Кажется, я его вижу. Он, походу, попал в ловушку. Почему-то он не двигается. На нем какая-то зеленая штука. Ладно, погнали посмотрим. Потому что он просто не двигается. Привет. Как ты мог попасться в сетку? Ты что, рыба? Не знаю, но само случилось. Ты что, рыба? Все, успокойся, все нормально, ты же не выберешься, я тебя уже поймал. Но хочу тебе сказать одно. Осталось до победы тебе всего лишь 5 минут. Серьезно? Да, и ты остался последним. Поэтому, ребята, его надо просто поддержать, так как он красавчик нереальный. Он остался до финала и попался в рыбью сеть, как рыбка. Но, ребята, это означает только одно. Я победил. Выпустите нас. Выпусти. Хочу бананы. Ребята, несмотря на мою победу, все это было очень нелегко. Это вся подготовка, нервы на беготню эту. Я устал капец как сильно. Но я смог, поэтому извините, пацаны, никто сегодня не получает 10 косарей. Ну мы просто тебя недооценили и все. Это точно! Даня, ты так тем более. Еще раз мне на тачке будешь уезжать. Отстань от моей попы. Еще мы хотим поблагодарить парк активного отдыха 067 за то, что дали нам такую офигенную локацию. Пригоняйте сюда, ссылка в описании. Ну а вы, ребята, не забывайте ставить лайк, писать комментарий и, конечно же, подписываться на канал. Ну а с вами мы уже увидимся где? В следующем ролике, ребята, всем пока-пока. Never on vacation.